Демодекоз – это подкожный клещ. Поначалу он не особенно досаждает собаке. Больше наносит вред внешнему виду, нежели самочувствию животного. Животное начинает терять шерсть. Это происходит на морде, вокруг глаз, ушей, губ, затем распространяется дальше на все тело и лапы. Если демодекоз не начать лечить на ранней стадии, он может перейти в более тяжелую форму, когда животное теряет шерсть практически полностью. Кожа становится отечной, покрывается коростами и гнойниками, вызывающими боль и зуд. Счет идет на часы. Зародиться они могли от сена, но это не факт. Скорее всего, это снижение иммунитета. Низкокалорийный корм. Собаки перенесли суровую холодную зиму. Холод и голод. Ресурсы организма брошены на элементарное выживание, а на борьбу с кожными паразитами их уже не остается. Бравекта – это единственный препарат, который может спасти собак в наших условиях. Заболевает одна собака, болеет целый вольер. Дорогие друзья, спасибо всем, кто принял участие в очередной благотворительной акции помощи и приюту. Вот мы закупили Бравекта на всех собак, которые заболели демодекозом. Сегодня эта зараза распространилась. Препарат очень дорогостоящий. 1300 рублей одна таблетка для собаки до 56 килограмм. Без вашей помощи, друзья, нам не справиться. Помогите вылечить животных. Спасибо, что вы с нами.